Здравствуйте. Рассмотрим с вами сегодня одно упражнение на предлоги в авиационном английском языке. Нам здесь нужно поставить предлоги, которые указаны. On, via, to, from, for, towards, at, ahead, into и back. Начнем. Так. Boeing. The Boeing 787 is taxiing from Terminal A to Runway 01 left via taxiway Bravo. Через taxiway Bravo. Это будет предлог via. Через. Очень распространенный в радиообмене. Via taxiway. Boeing 787 is taxiing from, то есть он совершает руление от терминала Альфа, ой, я Альфа не прочитала, да, до ВПП 01 левый, via taxiway Bravo. We are returning back to the apron. Мы возвращаемся назад на перрон. We have an electrical problem. У нас проблемы с электрического характера, электричеством. The visibility is poor and the flight crew is following. Просто a leader went зачем-то, то это follow без предлога. Is following a leader when going, наверное, ahead of the plane, который следует перед самолетом. Это ahead of, перед, to guide it to the stand, чтобы проводить его к стоянке. Today all income aircraft, можно было сказать incoming. Сегодня все совершающие посадки самолеты, а landing совершает посадку on runway 28 left, на ВПП 28 левую. Если на ВПП, на любую поверхность, то это предлог on. On runway 28 left. There is Airbus 320 rolling for takeoff on runway 31 right. Опять здесь видите on. Если для взлета, на взлет, то это всегда for takeoff. For landing, for takeoff. We are holding position. Hold position. Это значит остановиться, не двигаться. To give way, чтобы пропустить. Give way, как бы дословно дать дорогу. Тоже популярная фраза give way в радиообмене. To accompany aircraft passing left to right. Самолет авиакомпании, который двигается слева направо. Airplanes arriving at Pulkovo often experience severe wind gusts on final approach. Прибывать куда-то, arrive at, только если страна или город, то arrive in. Допустим, we are arriving in Russia. А здесь аэропорт Пулково, значит at. Это не страна и не город, значит at. We are approaching intersection with runway 13 left. Request cross. Мы приближаемся к пересечению с ВПП 13 левой. Запрашиваем пересечение. There are 5 fire engines heading towards the runway. По направлению, вот этот предлог towards, по направлению к ВПП. There is Boeing 757 vacating. Освободить что-то вообще без предлога. Vacate the active runway. A tow bar is connected. We are ready to push back. Мы готовы к буксировке. From the gate. От выхода. From the gate. We would like to turn into a holding bay for de-icing. Мы бы хотели to turn into a holding bay for de-icing. Так. Дальше. There are no free stands available because the airport is congested. Нет свободных
стоянок доступных, потому что аэропорт слишком загружен. Some airplanes are standing on the old closed runway. На ВПП. On the old closed runway. On runway. С ВПП всегда используем предлог on, если на поверхности. The pilot is trying to park the plane at the gate, but the nose in docking system seems to be unserviceable. Так, at the gate. Здесь там мы выбрали. There is an airplane overtaking. Есть самолет, который обгоняет нас справа. Overtaking. Какие бы выводы сделать из всего этого? Давайте. Значит, если это на ВПП, то всегда он runway. Если это по рулежной дорожке, то это Hawaii, Hawaii, по рулежной дорожке. Тогда напишу. Что здесь еще было? Ну, в общем, так. Если следовать за кем-то, за чем-то, то это есть предлог. Вот у нас был. Как follow, lead, where, и еще было, или не было, мне просто кажется, да? Сопровождающий машины, ну не машины, а сопровождающий транспортный средств, давайте посмотрим, еще после. Освободить путь для кого-то. Пропустить. Это give way to. Пропустить кого-то в самолет. Give way to. 747. Пропустить. Boeing 747. То есть дословно дать дорогу с предлогом. At approach. Если приближаться к чему-то, то это без предлогов, да? Approach interception. Приближаться к пересечению. Approach interception. Approach без предлогов, да? Так же, как и follow.
Дальше что смотрим? There are five fire engines heading. Towards, по направлению к чему-то. Это towards. Вот у нас здесь было towards the runway, по направлению к ВПП. Towards the runway. There is a point 7 vacating. Если освободить что-то, то vacate the active runway. Без предлогов, да? Vacate the runway. Так, что еще здесь было интересного? Обгонять кого-то, да? Вот у нас был в 15-м, что самолет обгоняет нас справа от нас, on our right. Кстати, вот это тоже очень интересный момент, on our right, справа от нас. On our left, соответственно, будет слева от нас. On our left, слева от нас. Overtake, без предлогов, да? Overtake, an aircraft, обгонять землю. Taxiway. Follow a leader van. Следует за сопровождающим транспортным средством. Follow не надо. В общем, что, какой вывод можно сделать? После follow, approach, приближаться, vacate, освободить, overtake, обгонять, предлоги не нужны. I give way to пропустить Boeing 747. Там нам нужно было что-то другое пропустить, да, в этих предложениях? Give way. Ой, уже не вижу. Ну ладно. Give way to Boeing 747. Предлог to нужен. Если, допустим, я пропускаю Boeing 747, добавляем окончание ing. Giving way, да? Giving way to Boeing 747. Towards читается по направлению. Towards. Все.